Яндекс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Утро на Болткоме». Сегодня его проводим мы, Артем Липин, Абик Элкин. Доброе утро. И да. За звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. И, во-первых, мы вас поздравляем с прошедшими праздниками. И как раз вот в честь 4 мая, в честь прошедшего 30-летия восстановления независимости Латвийской Республики, у нас в гостях все еще через интернет, по скайпу, Алексей Григорьев, известный многим, журналист, политический эксперт, бывший депутат Верховного Совета и участник баррикад, в общем, видный деятель. Да, как раз один из тех депутатов, который голосовал за независимость Латвии, был избран от Народного фронта, если мне память не изменяет, от Лудзы. Правильно, да. Да. Вот я думаю, что нынешнему поколению политиков даже невдомёк, как было тяжело вообще избраться по той системе, поскольку все-таки это были одномандатные округа. Сейчас периодически дискутируется, не стоит ли нам перейти на какую-то смешанную систему, но, видимо, нынешние депутаты не понимают, что это было довольно сложно. Может быть, напомните, как это, в принципе, происходило. Ну, это была трудная работа. Надо было убедить определенное количество избирателей проголосовать лично за тебя. А для этого надо было с ними познакомиться. Поэтому я помню свой распорядок дня во время избирательной кампании. То есть я вставал гораздо раньше, чем сегодня. Еще раньше, да? Нужно было успеть на какую-то ферму. Ну, это было по плану, каждый раз другую, поговорить с доярками до того, до первой дойки, а это очень рано, это 4 или 5 утра. Потом у меня, скажем, в один день была встреча с водителями маршрутных автобусов в Лудзе до того, как они выезжают на маршруты. Это тоже рано. А уже потом надо было встречаться с избирателями в других местах, где они собирались. Были специально организованные встречи, но очень много было и встреч, как бы просто где собирались. Например, автолавка ездила по сельской местности, и в тех местах, где она приезжала, народ собирался обычно еще до ее приезда. И это была хорошая возможность подъехать туда и поговорить с избирателями. Надо было их, так сказать, убедить, что твоя программа правильная, что ты их не подведешь, что, так сказать, будешь исполнять свою программу. И, так сказать, это известно, что ничего лучше не работает, чем личная встреча с кандидатом. Вот поэтому приходилось делать то, что сейчас, к сожалению, кандидаты не делают. Встречаться с избирателями, ну, не 24 часа. Ну, вот, да, сейчас просто есть возможность пообщаться с кандидатами и другими способами. Там, ну, самое очевидное — это интернет. И обратная связь политикам. Обратную связь можно высказать весьма просто в их соцсетях, в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. И они зачастую очень активно отвечают. Но тогда, я так понимаю, обратная связь также единственный вариант был — это личная встреча, и больше никак. Дело не в социальные сети — очень важный, так сказать, инструмент предвыборной агитации. Однако, чтобы со мной кто-то встретился в соцсетях, это все-таки должна быть инициатива избирателя. А в моем случае, так сказать, избирательной кампании по округам, это инициатива кандидата. Я одновременно проводил кампанию и в Риге, ну, почти одновременно, то есть она закончилась в феврале, я тоже был избран и был последним депутатом от Народного фронта, избранным в Риге. А у Народного фронта в Рижском горсовете был перевес в один голос. То есть, как бы, в какой-то степени мой голос и стал тем единственным. Там я ходил по квартирам, в Лудзе гораздо меньше. То есть вот этот, и это очень действенный способ поднять
количество избирателей, проголосовавших за кандидата. То есть личные встречи остаются все-таки самым действенным способом. Да. Вот есть такое выражение, может быть, очень жестокое, что революция пожирает своих детей, и вот очень многие депутаты Верховного Совета, в том числе достаточно известные, которые голосовали за независимость, они в политике не остались. Да, по разным, может быть, причинам. Кто-то, может быть, не чувствовал в себе такое призвание, кого-то, ну, может быть, избиратели потом не поддержали, кого-то в списки не включили. Ну, я так понимаю, что вы тоже в политике не остались. Это было ваше решение или вот как-то так сложилось, что вы проголосовали, ну, спасибо и до свидания? Это было моим решением, поскольку как бы быть действующим латвийским политиком я вообще-то не собирался. Я был выдвинут в связи с тем, что обрел некоторую популярность в качестве журналиста, в качестве редактора газеты Народного фронта Латвии на русском языке. И поэтому меня и выдвигали в таких больше русскоязычных округах, как в Риге в Иманте, так и в Лудзе. И, так сказать, округ включал город Лудзу и окрестности. И я получил после этого два приглашения на работу за границей. Один от института Кристиана Микельсена в Бергене в Норвегии, и второй преподавать в университете штата Миссури в Соединенных Штатах Америки. И я принял оба предложения. Я как бы изучал английский язык, литературу, англоязычную культуру как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Но в этих странах мне довелось побывать только уже в зрелом возрасте, после перестройки. И я очень хотел, так сказать, вообще познакомиться с жизнью в странах не Советского Союза. Поэтому, а свою роль, как бы, я считал, что я выполнил. Латвия стала независимой. Вот по-прежнему, 30 лет прошло, по-прежнему идут периодически вспыхивые дискуссии о том, что обещал и не обещал Народный фронт. Ну, прежде всего, конечно, со стороны русскоязычных такие дискуссии идут, потому что по-прежнему, знаете, 30 лет прошло, но у многих такой вот есть осадок. Такая, осадок остался, особенно у тех, кто все-таки поддерживал независимость, такие были среди русскоязычных, потому что сейчас пытается представить, что чуть ли не все нелатыши были против независимости Латвии, это неправда, это как мы знаем, и многие считают, что ну, их так, мягко говоря, обманули, ввели в заблуждение, идут дискуссии. Одни бывшие активисты Народного фронта говорят, да что вы говорите, никто вам и не обещал всем там какое-то гражданство, нулевой вариант. Другие говорят, как же, была вторая программа Народного фронта, где об этом шла речь. Наверное, и вам часто вот это вспоминается, дают такие вопросы. Вот как вы считаете, какова ваша позиция? Ну, нулевого варианта действительно никто никогда не обещал, поэтому это преувеличение. Дело в том, что вообще, как бы, так сказать, вопрос гражданства решался на основе какого-то компромисса. Самым радикальным решением было бы решение, так сказать, что все, кто приехал в Латвию во время оккупации, а также их потомки, это как бы чужие люди, к Латвии не имеющие отношения. Самое лучшее было бы, если бы они уехали. Примерно так, как это было сделано в Алжире, например, если вы интересовались этим вопросом, когда Алжир считался частью Франции, потом была война за независимость, то есть он был не колонией, не отдельным каким-то, не отдельной территорией, а именно частью Франции. Мы как бы, и до сих пор, по-моему, все жители Алжира и могут претендовать на французское гражданство. Да. Вот. И так сказать, французское довольно большое население Алжира было вывезено во Францию. То есть была и такая точка зрения. Поэтому
в конце концов было принято как бы решение компромиссное, что все, кто захочет, могут оставаться на разных условиях. Условия, скажем, бывших военных, отставных военных, это не получение латвийского гражданства. И, так сказать, до сих пор большинство из них не граждане. А если кто-то и гражданин, то на каких-то других основаниях, там, браков с гражданами. А все остальные могут получить гражданство, и оно действительно так и есть, но при выполнении некоторых требований. Ну, там требования, сколько лет вы прожили в Латвии, и главное – это знание латышского языка. Надо сказать, что для разных наций разные вещи основные. Для латышей в силу исторических обстоятельств главный критерий принадлежности к нации и вообще, так сказать, самым важным, так сказать, пунктом является язык. Поэтому, естественно, что этот пункт был соблюден. Я думаю, что это нормально. Против чего я возражал? Я до сих пор считаю, что это было глубоко ошибочным решением. Это введение, во-первых, так сказать, Народный фронт, правительство Народного фронта довольно долго тянуло с принятием закона о гражданстве, который позволял начать натурализацию тех русскоязычных и не только русскоязычных жителей Латвии, которые могли бы получить гражданство или имели право получить гражданство посредством процедуры натурализации и, так сказать, проверки знаний латышского языка. Дело в том, что этот закон был принят довольно поздно. Я сейчас не помню, но, по-моему, это 93-й год. 94-й, да. Угу. Да, 94-й, видите? Да. Да, я думал, что 94-й. Да. То есть прошли уже, ну, во-первых, первые выборы в Сейм, уже не в Верховный Совет, а в Сейм, на основе гражданства. Вот. И этот закон содержал в себе требования квот, то есть каждый год, то есть было такое представление совершенно нерациональное, нереальное, что сейчас все рванут получать гражданство, и поэтому, так сказать, не будут в состоянии, так сказать, органы, там, чиновничьи органы, там, иммиграции принять эти, оформить это гражданство, принять экзамены и, так сказать, оформить. Поэтому были квоты. Столько-то можно в таком-то году, в таком-то и так далее. Эти квоты посылали очень нехороший сигнал. То есть, так сказать, этот сигнал был воспринят как «вы нам не нужны, мы вас не хотим, мы вас боимся». Этот элемент там, конечно, был, но он был уже чисто политический. Это, так сказать, что мы вас не хотим, мы боимся. Он был чисто политический, и в том плане, что чтобы не имели политическую роль какие-то партии, которые будут поддерживать вот эти, так сказать, вновь получившие гражданство граждане, новооформленные граждане. Вот. Это было неправильным решением, я считаю. Вот. Одновременно я считаю, что основной как бы гарантией, я когда-то об этом писал, еще, так сказать, будучи в Народном фронте и редактором газеты «Атмода», что основная гарантия соблюдения прав – это участие в политической жизни. То есть хотите соблюдения прав – получайте гражданство, участвуйте в политической жизни, вступайте в партии,
вступайте в разные партии, не только, не только в, так сказать, quote-unquote русскоязычные. Есть такая возможность, и многие, многие так и сделали. Вот поэтому, в общем и целом, так сказать, весь этот процесс я оцениваю, ну, видимо, как единственный реально возможный тогда. Ну, такие были обстоятельства, такие были страхи. И они тоже объяснимы. Я думаю, что надо просто закрыть эту страницу, получать гражданство и участвовать в политической жизни. Ну вот прошлый год ознаменовался тем, что наконец-то был принят законопроект о том, что все рожденные в Латвии дети, неважно, это дети не граждан или граждан, они все автоматически получают гражданство, только со второй попытки этот законопроект был принят, и тем не менее оставались политические партии, которые были против этого. Как вы сами говорите, что уже пора перелистнуть эту страницу, тем не менее 30 лет спустя это все еще актуальный вопрос. Как вам кажется, с чем связано, что вот какие-то партии до сих пор так рьяно держатся за вот эту негражданственность некоторой части населения? Но, видите ли, поднимая этот вопрос, надо начинать с того, а что же было до этого, до принятия этого закона. До принятия этого закона родители любого ребенка могли обратиться и зарегистрировать своего ребенка без каких-то проверок, просто регистрационно, как гражданина Латвии. То есть никаких ограничений на получение гражданства не было. Просто поменялось, как бы, с введением нового закона поменялась роль родителей. Если раньше они должны были заявить, что их ребенок гражданин Латвии, то теперь они могут заявить и отказаться от гражданства Латвии. Вот интересно было бы пронаблюдать, насколько это, как это происходит. Но вы знаете также, что, собственно, не, вот этих детей в семьях не граждан рождается очень мало. Я не говорю не потому, что в семьях граждан рождается много. Просто детей в Латвии рождается мало, и тех, которые рождаются все, в семьях не граждан, соответственно, их тоже мало. Вот. Да, да, вот что касается, наверное, вам тоже задают часто вопрос, в том числе, может быть, и латышские коллеги, что касается вот этого слова «интеграция», кто-то любит, кто-то не любит. Я думаю, что и, наверное, вы 30 лет тому назад по-другому, наверное, представляли вот это, не знаю, усилие государства по сплочению общества. Да, вот как вы оцениваете, что здесь, может быть, сделано правильно, а что неправильно? Ну, вообще интеграция – это неплохое слово. И, конечно, можно было, всегда можно было сделать больше. Теперь, смотря на то, что происходит, что можно было бы сделать больше? Можно было бы больше сделать курсов латышского языка. Возможно, ну, возможности освоить язык. Были такие инициативы. Были инициативы там, «научи своего коллегу» или «помоги там, своим друзьям». Я знаю моих друзей, которые изучали латышский язык с моей помощью, и как бы и которые мне говорили, что если бы не ты, у меня бы интереса такого не было. На самом деле латышский язык довольно интересный язык, и он уникальный в том плане, что один из наиболее древних индоевропейских языков, древних в том плане, что он наиболее близок к праязыкам, к санскриту, вот два таких латышских, литовских. Ну и кроме этого, интересная очень фразеология и интересная грамматика, такая для того, кто интересуется лингвистикой, очень интересная. Вот. Но дело в том, что все эти инициативы, они оставались как бы не массовыми и не и такими, ну вот, все-таки маргинальными. Трудно сказать. Но видите,
Мы такое постсоветское общество с недоверием к власти, это вообще черта постсоветская, с недоверием к любым инициативам со стороны власти. И, соответственно, наблюдалось и недоверие наоборот, то есть недоверие власти к вот этой своей общине русскоязычных и неграждан. Можно ли было преодолевать? Ну, можно ли было преодолевать это недоверие? Наверное, нужно было, но так сказать, какая-то часть этого была, ну, мне кажется, не, так сказать, ну, преодолеть ее было бы невозможно. Вот просто нужно было время. Нужно было, что. И до сих пор должно пройти время, чтобы все устаканилось. 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефоны прямого эфира. Вы также можете нам написать по WhatsApp 2-300-61-91. Я напомню, у нас сегодня на связи журналист, политический эксперт, бывший депутат Верховного Совета Латвийской Республики Алексей Григорьев. Ну вот, если мы действительно сравниваем какие-то ожидания и то, что случилось в реальности. Вот вчера, напоминаю, 30 лет с провозглашения повторного независимости Латвии, восстановления независимости. Вот, вспоминая то, на что вы рассчитывали, на что вы надеялись тогда, 30 лет назад, и смотря на Латвию сейчас, я понимаю, это такой очень философский общий вопрос, но тем не менее, ну, насколько, как вам кажется, успешно прошли эти 30 лет для Латвии? Потому что есть очень много разных оценок, если по разным параметрам смотреть, в каком-то смысле мы действительно очень интегрированы в европейскую семью и сравнивая с другими постсоветскими республиками, вроде и в экономике все не так плохо. С другой стороны, если сравнивать там, с европейскими странами, можно критиковать. Вот как вам кажется, насколько эти 30 лет были успешными? Мне кажется, что можно поставить, так сказать, по советской пятибалльной системе хорошую четверку. Такую крепкую четверку, как когда-то говорили. Потому что, видите ли, так сказать, мы работаем с тем материалом, который у нас есть. То есть то, что оставалось в Латвии экономически. И ведь эти огромные заводы, про которые очень часто сейчас говорят, что надо было их сохранить. Они, каким образом они работали? Привозилось из России сырье, рабочая сила, а потом вывозилась продукция. Продукция это на мировом уровне чаще всего, ну и почти 100% была не конкурентоспособной. Вот возьмем, например, РАФ, да, это Рижский автомобильный, по-моему, или автобусный завод, фабрика. Uh-huh. Вот, да, то есть двигатели там были от Волги, то есть их привозили из Нижнего Новгорода, Горького. В самом корпусе была масса металла, который в Латвии, ну, производился немного на Лепольском металлургическом комбинате. Но все-таки металл это не латвийское. То есть это в основном надо было... Лепольский металлургический комбинат пользовался для производства металла металлоломом. Ну, не знаю, хватило бы столько металлолома. Вот, но, то есть фактически это были вот такие производства, которые не считались затратами, не считались конкурентные они или нет. И то, что и в Латвии их было очень много, сыграло как бы двоякую роль. Они закрылись, и это было, так сказать, было закономерно. И получилось, что у нас был очень большой экономический спад, и масса людей, которые не могли найти работу. В общем, было тяжело. Но если сравнивать, то надо сравнивать, наверное, со страной, которая как бы лучше всего из постсоветских сумела продвинуться. Это Эстония. И по сравнению с ней мы очень во многом отстаем. Вот, но отстаем все-таки не на так уж много.
Мне кажется, что, вот, что, что поэтому можно, можно говорить о том, что у нас вот такая четверка. А, кроме того, ну такой, такой уж у нас народ. Вот мы с нашей этой историей, с тем, что мы пережили, с тем, как мы учились, чему учились, с нашим опытом, кругозором. Видимо, ничего другого быть не могло. Вот, ну вот мы такие, мы, как нация латвийская, видимо, такие. Очень хотелось бы, чтобы вот эти 30 лет, что за эти годы мы чему-то научились и двигались более быстрыми темпами к экономическому росту, к солидарности социальной, то есть думали больше о том, как живут наши пенсионеры, те, кто, и те, кто не могут заработать, инвалиды, дети, наконец. Да, вот у многих, может быть, поскольку вы из смешанной семьи, и вы хорошо знаете и латышскую часть общества, и русскую часть общества, и все-таки зачастую у многих русскоязычных возникает такое вот ощущение, что вот было желание отомстить, там какие-то исторические и другие обиды, справедливые в том числе, и в результате получилось так, что те, кто в свое время хаял советскую власть и вот эту русификацию, сами начали поступать примерно так же. Говорят, ну, слушайте, ну, мы вам, может быть, оставим там русский язык, литературу, часик, если будете себя хорошо вести. А так будете учиться на латышском. Ну, дошло до того, что в частных вузах за свои деньги больше лекции на русском языке послушать нельзя. Но это принят соответствующий закон. Но нет такого ощущения, что, ну, мягко говоря, перестарались отдельные как-то господа и дамы. Ну, конечно. То есть перестарались, возможно. Вот. Но дело в том, что надо к каждому вопросу подходить конкретно, так сказать, не принципиально или только на русском, или только на латышском. А вот, например, я поддерживаю закон о переводе школ на латышский язык обучения. Я бы подходил к этому немножко по-другому. Я бы это называл так: создание единой латвийской школы. Да, то есть у нас были две разные школы: латышская и русская. Угу. Вот, надо было гораздо раньше создавать единую латвийскую школу. Но я бы как бы предлагал больше дискуссий не на тему сохранить вот это, так сказать, разделение школ, а о том, что же будет вот в этом модуле национальном. Я бы предложил, чтобы создать такой модуль и литовский, например, и украинский, белорусский, возможно, там, где есть, вот, скажем, в Лудзе, откуда я избирался, там достаточно много белорусов, там еще во времена Первой Республики существовало общество белорусское, Ластівка, кажется, Ластівка. Ластівка – это по-украински. Вот, и как бы, то есть вести более, так сказать, не политический или все или ничего, а более конкретный диалог о том, что же там будет. Ну и, соответственно, действительно один или два урока, или это все-таки больше. Ну, я думаю, вот я бы предложил об этом поговорить. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот хочу немножко вашего ученого просветить. Хоть он, конечно, все прекрасно знает, да? Где это Франция, а где ее колонии, да? И что она там делала? И где, что делала Россия в послевоенной Латвии, да? Восстанавливала эту голую, разутую, разбитую страну, да? А за русских не надо говорить. Скажите за французов, скажите за немцев. Почему по два, по три языка государственных приграничье, да? Спасибо большое. Ну, вот такое мнение есть тоже, довольно распространенное. Да? Да.
Ну, знаете, можно говорить, что восстанавливал, но, как я уже говорил, это были вот эти заводы, которые привозилось сырье, привозилась рабочая сила и вывозилась продукция. Вот, это первое. Во-вторых, если мы говорим о послевоенных годах, не надо забывать о массовых репрессиях против местного населения. Оно в основном задевало не только, не исключительно, оно задевало и, так сказать, и других, не только латышей, но все-таки наиболее массово пострадали латыши. Тем более, что репрессии после военные касались крестьянства. А крестьянство в основном было латышское. Если репрессии, депортация 40-го года, она как касалась больше интеллигенции, мелких лавочников, всех тех, кто владел какими-то предприятиями и нанимал рабочих, то есть эксплуататоров по советским представлениям, вот, то депортации послевоенные касались крестьянства. Так что, так сказать, можно поговорить, но если надо изучать, не надо закрывать глаза на разные грани происходящего в истории. Раз уж мы так упомянули Первую Республику, то есть еще такой всегда вопрос, возникающий при сравнении современной Латвии и Латвии времен Первой Республики, что тогда наибольший экономический расцвет и наибольший социальный расцвет, он связан с именем Карлиса Ульманиса, нашего четвертого президента, который в какой-то момент стал автократным, не диктатором, но правителем. Сейчас президентом нас... никто его не назначал и не избирал, да? Начнем с этого, да. Да, но сейчас у нас обратная ситуация, у нас полная демократия в том плане, что, скажем, в коалиции 5 партий, каждая тянет немножко в свою сторону, и таким образом становится сложнее принимать какие-то важные решения. Вот как вам лично кажется, с точки зрения для Латвии, что лучше? Одна сильная рука, которая, да, авторитарна, но при этом вот оно, экономическое развитие, вот оно, социальные какие-то развития и так далее, или вот такая честная демократия, но без твердой руки у одной? Ну, вы знаете, конечно, дело в том, что так называемые Ульман-лайки, да, то есть времена Ульманиса, они очень были идеализированы латышами, так сказать, в своих частных разговорах на кухне в советское время. И понятно почему, потому что по сравнению с тем, что происходило в советской действительности, они действительно представлялись, вот это прошлое предсоветское представлялось совершенно каким-то идеальным. Я, кстати, застал еще то поколение русских, которые также вспоминали довоенные времена в России, что вот при Сталине, что повышалась зарплата, как бы, так сказать, выдавались какие-то там премии, я не знаю что, но вот было такое. И это, мне кажется, это какая-то вот естественная реакция на то, что последовало потом. В советском варианте это еще более удивительно, потому что все-таки вот довоенное время, это было время репрессий. Там не так, наверное, вот в Украине, наверное, я как-то с этим не встречался. Но вообще это поколение, оно как бы вымерло уже, которое вспоминало об этих довоенных временах, как о некоторых хороших временах. Есть среди историков существуют разные точки зрения на эпоху Ульманиса. Это с 34 года. 15 мая 1934 года. Например, существует мнение, что вот это как бы то, что Латвия
решила не сопротивляться советской оккупации, что это также связано с Ульманисом. Ульманис совершенно очевидно поверил Сталину и поверил в какие-то гарантии личной безопасности вот этого выезда, то, что ему будет выдан паспорт и возможность выехать в Швейцарию. И с этим вот его роль в последние времена, его эта знаменитая речь «Вы остаетесь на своих местах, я остаюсь на своем месте». Да, да, это все играло вот очень как бы... Ну, сейчас вспоминается, так сказать, не как что-то хорошее. То есть он сыграл зловещую роль в этом, в оккупации. Его экономическая политика также подвергается критике. Да, он, так сказать, его основой его режима были крестьяне, крестьяне единоличники, как бы их называли потом в советские времена. Но дело в том, что чтобы расширить свою вот эту базу поддержки, он готовился еще реформа, то есть как бы с дальнейшей конфискацией как бы земель, ну, лишних, да, и передачи крестьянам, создание очень многих, очень мелких хозяйств, что, так сказать, не было хорошо для экономики. И в другом, так сказать, в национальном плане также мне рассказывал Дмитрий Левицкий, который в это время работал в страховой компании. И, так сказать, эта страховая компания была просто конфискована государством. И, видимо, это происходило, потому что она, так сказать, там был не латышский капитал. Ну, я не знаю, как бы это как бы воспоминание, но есть исследования на эту тему. То есть его экономическая политика не была такой уж хорошей, и его политическая роль была, ну, я бы сказал, отрицательной. Так что я полностью за демократию. Mm-hmm. Вот, но да, это очень трудная и иногда просто плохая система, но ничего лучше не придумано. Конечно, можно совершенствовать. Я думаю, что вот это избрание по округам все-таки должно быть на местном уровне. Я не думаю, что нужно в парламент. В парламент должны быть партии, а они все-таки как-то представляют какие-то более общие, так сказать, идеологические подходы к решению вопросов. Вот. А на местном уровне, мне кажется, вполне можно было бы перейти к системе вот этой округов и избрания конкретных депутатов в конкретном округе. Но дискуссии разные ведутся, и это совершенно правильно. Да, может быть, такой вопрос. Много, наверное, говорилось о том, что удалось и не удалось сделать, может быть, в экономической, социальной сфере, особенно социальное расслоение. Я так понимаю, что это тоже вас тревожит. Да, конечно, да. Угу. Если хотите, да. Да, я думаю, что вот это социальное расслоение, неравенство, оно очень вредно. Оно вредно для общества. Вот эта тенденция хотеть какой-то сильной руки, она именно происходит отсюда. Ведь диктатуры не опираются, это, так сказать, советское представление, что они опираются на крупный капитал, что фашизм это, так сказать, это крупный капитал. Нет, это опора на люмпен. И вот и нельзя создавать у себя такие, вот как бы, так сказать, как бы социальные слои, которые находятся в отчаянном экономическом положении. Это и по моральным причинам, так сказать,
соображениям неправильно, и политически неверно. Поэтому гораздо больше надо думать о социальной солидарности, социальной справедливости. Ну что ж, спасибо большое. Ну, да. А у нас подходит время к концу. Наверное, один вопрос последний мы зададим, чтобы какой-то подвести итог нашему разговору. Вчера было 30-летие восстановления независимости Латвии. Ну, просить как-то прогнозировать на следующие 30 лет, это слишком все-таки большой период. Но вот глядя на курс, по которому Латвия шла вот эти 30 лет, ближайшие 5, может быть, 10 лет, как вам кажется, куда Латвия направляется, куда она выйдет как государство и как народность? Я думаю, что курс в общем правильный, с какими-то коррекциями он будет продолжаться. Я боюсь, что положение Латвии как очень небольшой страны и очень зависящее от международной конъюнктуры в экономическом плане, что положение это будет зависеть очень в большой степени от этой международной конъюнктуры, от того, какая будет складываться обстановка вокруг нашей страны. И поэтому очень правильно участие Латвии в очень многих международных организациях. Ее активная роль там, ее, может быть, надо еще более активизировать. Я бы из всего, что мы говорили, я бы еще больше акцентировал роль образования. Образование и высшего образования также, и среднего. Мне кажется, что все-таки при всем внимании, которое уделяется этому, недостаточно, надо еще больше. Ну что, спасибо. С нами на связи по скайпу был журналист, политический эксперт, бывший депутат Верховного Совета Латвийской Республики Алексей Григорьев.